Привет, представься, пожалуйста. Привет, я Захарова Дарья, я художник, я представляю проект «Мотоарт», который уже буквально так зазвучал с весны. Я сама художник, и моя жизнь тесно сплелась с мотоциклами, и отсюда все началось. Сначала мотоциклы, потом путешествия, потом друзья-мотоциклисты, а потом живопись как проявление моего вот этого вот такого зараженности, скажем, этой тематикой. Все отражается на полотнах. А давно пишешь? О, я художник, наверное, все-таки с самого детства, но направление творчества сначала не было определенного. Вот. Но все началось с мотоциклов. Это тот проект, который я продвигаю. Вот. И этим летом я получила государственный грант на развитие мотоарта. В общем, хотим объединиться с художниками, с мотоциклистами и сделать серьезный такой проект весне. Раскрыть его, раскрутить. Потихоньку работаем, участвуем в фестивалях, выставках. Приглашают, зовут. То есть людям нравится, интересно, что помимо мотоциклов и всего, к чему привыкла эта публика, еще есть и искусство. Это, по-моему, круто, многим нравится. Слушай, но прежде чем сюда подойти, мы просто не могли долго это сделать, потому что очень многие люди зависают возле твоих полотен. Может быть, расскажешь как бы от кузнеца непосредственно о них, о парочке хотя бы? Да, пожалуйста. Вот, например, две картины есть, вот эта и вон там. Собственно говоря, это наша личная история, это мой супруг, который сподвиг меня на все это дело, Захаров Владислав, и наш любимый мотоцикл «Урал». Ну, это ЕМЗ, милицейский, мы на нем путешествуем по миру, на море ездили, на Алтай ездили этим летом. И, собственно говоря, все, что происходит, отражается на картинах. Вот подготовка «Урала» к путешествию. Делали зарисовки, этюды, все по-настоящему, настоящее рабочее место мастера. В общем, вот такая целая жизнь. Вот на этой картине тоже два Урала. Ну, это вообще наша тематика. Мы путешествуем на Уралах, любим эту технику. А это тоже хорошая приятельница, это ее мотоцикл. В общем, сценка взята, она фантазийная, но все так или иначе из жизни. То есть и мотоцикл настоящий, и хозяева настоящие. На этой картине тоже мои друзья. Сценка тоже родилась так под впечатлением одной прогулки, путешествия. Настоящая пара, это мотоцикл девушки. В общем, все имеет настоящую историю, настоящую жизнь. Слушай, с ума сойти, я даже узнаю вулкан 900-й. Да, Кавасаки. Скажи, вот подобные мероприятия, такие как мотозима, какие-то мотовыставки, что это тебе дает как творческому человеку? И с точки зрения бизнеса, с точки зрения коммерции, что это для тебя? Поскольку я хочу этому проекту посвятить всю свою творческую жизнь, ну, на ближайшее время такие планы, конечно, я хочу, чтобы помимо развития и популяризации это приносило мне хороший доход. Это безусловно так, потому что художник, он, конечно, бедный, но хочется, чтобы это было звонко так, звенело везде всегда и пользовалось спросом, популярностью. Ребята, обязательно приходите на мотозиму, приходите сейчас. Приходите еще на воскресенье. Здесь совершенно, совершенно бесподобные, обалденные люди, совершенно потрясающие байки. И теперь, наконец-то, у нас и есть живопись, и это здорово. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо?